Неформальная встреча министров иностранных дел стран Евросоюза и Восточного партнерства пройдет сегодня в Таллине. Беларусь на ней представит замглавы МИДа Олег Кравченко. Вместе с коллегами он примет участие в обсуждении практического взаимодействия ЕС со странами-партнерами на востоке Европы. Накануне перспективы Восточного партнерства обсуждали в Минске. Белорусская столица впервые принимала такой форум. Приехали дипломаты, аналитики и ученые более чем из 10 стран. Восточное партнерство называют эффективным инструментом укрепления безопасности и стабильности. И встреча в Минске была организована, чтобы придать отношениям второе дыхание. Нужны новые идеи. И, естественно, новые идеи важны как ложка дорога к обеду, так и новые идеи важны к саммитам, в которых участвуют те люди, которые принимают самые важные и наивысшие решения. Поэтому актуальность нашего форума в том, чтобы освежить все те наработки, которые существуют и на практическом уровне, и на теоретическом, и максимально вооружиться вот перед саммитом теми самыми идеями, которые могут позволить сделать ну, хотя бы маленький шаг вперед. Восточное партнерство призвано сблизить Евросоюз и 6 постсоветских стран – Беларусь, Армению, Азербайджан, Грузию, Молдову и Украину. Все рекомендации Минского диалога лягут в основу саммита, который пройдет в Брюсселе в ноябре.